ты готовишься к войне потенциально, вообще, насколько Токаев, тот лидер, который может противостоять, на ваш взгляд, противостоять Владимиру Путину, он насколько сильный с точки зрения как бы выдержки, да, с точки зрения политического опыта, с точки зрения самостоятельности действительно? И здесь Россия, на мой взгляд, должна играть ведущую роль, потому что исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Вполне естественно, присутствие, долговременное присутствие Российской Федерации. В конце концов, Россия для Казахстана – это союзное государство. Вы знаете, его кажущаяся такая мягкость, его интеллигентный вид никого не должны вводить в заблуждение. Этот человек довольно мужественный, и он продемонстрировал это в начале января 2022 года. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он вообще-то обыграл всех своих внутренних врагов. По большому счету, это же был переворот, он, правда, об этом пока еще не заявляет. Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников. Для достижения данной цели заговорщики не колеблясь, использовали профессионально подготовленных боевиков. Уверен, что он об этом скажет, когда-то громогласно назовет главных зачинщиков, но он обыграл всех своих внутри страны противников. Очень жалко, что опять заплатил простой народ высокую цену своими жизнями. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Но это сильный лидер. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Но это сильный лидер. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Будем надеяться, что Токаев, он уже принялся за расследование, он проведет это объективно, максимально публично. Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности.